Приветствую вас, дорогие друзья! На связи с вами Куликов Сергей и сайт focusatmoryka.ru. В этом видео я хочу сделать обзор моей новой колоды, которую я недавно прикупил. Немножечко вот ее поюзал, она притерлась, так что можно сейчас с ней показывать новые фокусы. Это колода Bicycle Skull. И в этом видео я вам покажу, что это за колода, и расскажу всякие нюансы, которые с ней связаны. Так, давайте смотреть. Итак, друзья, давайте поближе с вами присмотримся к колоде Bicycle Skull. То есть, как она переводится, как Bicycle череп. Значит, что у нас находится на лицевой стороне? На лицевой стороне мы видим классическую надпись Bicycle. Надпись Trusted Science 1885. И надпись Skull, что переводится как череп. Черепушка. Значит, на колоде, значит, на главной стороне, да, у нас нарисована как раз та самая черепушка и две скрещенные кости. Ну и какие-то здесь узоры еще такие изображены. То есть так же коробочка вся она в черно-белом цвете выполнена. На обратной стороне у нас изображена рубашка, которая нанесена на каждую карту. Но это мы сейчас будем отдельно смотреть. Также здесь надписи Air Cushion Finish. Это покрытие карт. Made in USA, то есть где сделано в Соединенных Штатах. Опять же этот череп. То же самое здесь. Ну, стандартный размер, стандартные лица, надпись. Видите, стандарт size, стандарт face. То есть стандартный покерный размер и стандартные лица. То есть классические изображения карт, которые были сделаны около сотни лет назад. Что ж, открываем коробку. Коробка внутри у нас беленькая. И смотрим, что у нас есть в этой колоде. Значит, в этой колоде у нас, во-первых, идет такая вот рекламная карта Bicycle, где написано, что они есть в Фейсбуке, в Твиттере, в Ютубе. Так, дальше у нас идет карта с двойной рубашкой. То есть для фокусов с картой двойной рубашкой. То есть я планирую отснять их, ну, пока что. Нет, не отснял, но в ближайшее время, думаю, отсниму. Итак, карта с двойной рубашкой у нас. И далее идут обычные карты. Да? То есть, как правило, что у нас? Первые отличительные черты – это джокеры и пиковый туз. Ну, давайте их сейчас найдем и посмотрим. Так, джокеры у нас такие вот черно-белые. То есть, не как в стандарте, цветного джокера здесь нету. То есть, такие же джокеры в Райдер Бете. Такие просто черно-белые вот эти вот короли, которые катятся на велике куда-то. Далее, пиковый туз. Пиковый туз, он выполнен у нас. То есть, здесь нет пиковой масти, да, ну, кроме вот этих вот по краям. Зато есть изображение того же самого черепа, только здесь он, здесь черные места сделали светлыми, а здесь наоборот, светлые места сделали черными. Вот, так же надпись идет United States Playing Card Company, Made in USA и так далее. В общем, вот такой вот пиковый туз у этой колоды. Далее, давайте на рубашки посмотрим. То есть рубашки, собственно, из-за рубашек я и купил, потому что вся вот эта вот пиратская разбойничья романтика, как вот в описании колоды указано, она мне как-то по душе. И я решил взять эти карты себе. Такие вот с изображением черепов. Значит, что есть у нас на колоде? Ну, как это обычно, значит, два рисунка, которые зеркалят друг друга. То есть, это череп, скрещенные кости и вот эти вот узорчики. И они точно так же зеркалят друг друга на другой стороне. То есть также череп и вот эти вот узорчики. Но если присмотреться внимательно, да, у нас вот здесь на рубахе есть такие дополнения. С одной стороны, вот этот вот отросток, то есть если я переверну, здесь этого отростка нет. И вот здесь такая вот полосочка беленькая. Такая вот беленькая полосочка. Ее здесь тоже нет. То есть это вам в плюс.
можете также разложить 4 карты на стол. Да, то есть вы видите вот эти полоски с этими отростками. Так, давайте я вот так вот положу. Если вы, к примеру, отвернетесь, да, зритель перевернет одну карту, то вы также без проблем обнаружите, какая карта была перевернута. То есть это понятно, да? Здесь отросток есть, здесь есть полоса. Переворачиваю, ничего этого нет. Здесь также все это есть. Выполнена она полностью в черно-белом цвете. Вот. Поэтому ничего такого особого, запоминающегося, такого яркого здесь вы не обнаружите. То есть обычные такие черно-белые рубашки с изображением черепов. Что меня, собственно, и привлекло в этой колоде. Далее, по поводу остальных картинок. То есть всякие дамы, валеты, короли, выполнены теми же классическими дамами, валетами, королями, которые были придуманы еще сотню лет назад. Используются на ней также 4 цвета, ну, помимо белого, да, 4 цвета это у нас красный, черный, желтый и синий. Вот. Должен сказать, что вот эти вот архив, точнее дизайн вот этой вот колоды провалялся в архиве Bicycle уже около сотни лет, потому что вот эта колода впервые была выпущена еще около 100 лет назад с изображениями вот этих же черепов, ну и с классическими лицами карт. Ну, сейчас современное время, маленечко они ее подредактировали, что-то добавили, что-то убрали. Ну, в общем, оригинал остался тот же самый. Сейчас эти карты я хорошенечко уже притер так. То есть, когда я достал, они жутко скользили, ну, как и все карты, да. Но сейчас они вроде у меня уже приработались, так что с ними можно делать разные элементы. Вчера вот ходил с девушкой в кафе и с этими картами работал там. То есть было все хорошо. Вообще работать с новыми картами просто одно удовольствие. Они за всякими там задрипанными, как вот у меня на работе сейчас лежат. В общем, друзья, колода хорошая. Купил я ее всего лишь за 450 рублей. То есть это, я считаю, вообще не деньги для нормальных карт. Лично мне было совсем не жалко потратить. Я думаю, в ближайшее время люди, которые у меня будут занимать первые и вторые места в конкурсе комментаторов, думаю, парочку таких колод я закажу, чтобы им подарить, потому что колоды классные, и я думаю, им тоже понравится. Значит, друзья, в описании к этому видео я оставлю ссылки на магазины, где вы можете купить такие карты. Что хочу сказать, то что по сравнению, например, с теми же Bicycle Outlaw, они стоят гораздо дешевле, почти в два раза, потому что Outlaw сейчас стоит где-то около 750 рублей, эти стоят 450. Так что, если вам надоели классические стандартные рубашки, хотите что-то другое, но и в то же время не хотите особо тратиться, то вот Bicycle Skull – это нормальный такой бюджетный приемлемый вариант. В общем, в описании к этому ролику я дам ссылки на магазины, где вы можете купить эти карты. В общем, моряк вам их рекомендует. Ну что ж, друзья, я думаю, рассказ был интересен, потому что я старался, подыскал там, что-то посмотрел, так поразглядывал их повнимательней. Вот. Ну, в общем, получилось вроде неплохо. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Сергей Куликов, он же моряк. Не забывайте подписываться на канал и подниматься ко мне на судно. Всем пока!